записываю звук с этой камеры, которая у меня нырнула в Задонске. И звук с нее стал писаться хуже. Лапчуджум чарабалибибайба. Лабаджум джалибибибибом. Лапчурим барибибибайба. Да-да-дай, да-да-да-та-да-дам. Там-дарим, да-да-да-та-ра-ра-да. Та-да-рай-та-ра-та-та-ра-дам. Рабадим, дари-би-би-би-ба-ба. Там-дарам, дари-ба-ба-ба-бам. В данный момент я сбрасываю видео. Очень хорошо показывает, очень хорошо. Картиночку держит, очень класс. Значит, она держит где-то, наверное, секунды три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Ну, я, наверное, считаю побыстрее. Секунд, наверное, семь она держит. Вот, очень хорошо картиночку. Должна писать прекрасно звук. Ну, вот, мочить ее не следует. Для нее имеется корпус водостойкий. Если под водой плавать, его надо одевать. Но я думал, что она будет на поверхности. Я нырну, вынырну, и она запечатлеет это. Она от сотрясения, опачки, нырнула в святой источник. Ну вот. И со звуком у нее произошли какие-то проблемы. Так. Сейчас я еще сравню с этой камерой, насколько звук пишется хуже, и решу окончательно либо оставить ее такой, писать все больше звук на это, либо же отдать в ремонт, чтобы они нормализовали звук. Просто я уже знаю по ремонту этих камер, что ремонт может занять половину стоимости новой камеры. И думаешь, зачем это дело делать? Либо же могут так отремонтировать, что потом проблем не оберешься, что легче купить будет новую камеру. Лапчудюм джарабажабажайдам. Чабарам чарибибибибом. Лапчудю чарибибибибайба. Там дарам дарай да 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 дам. От Москвы до самых до краин. От Полесских гор до морей. Челдобрек проходит как хозяин. Видите, что сейчас делается? Сейчас делается, отсюда сбрасывается видос на вот эту вот программу, чтобы тут конвертировать видео. То есть вот эта камера несколько стала устаревать, и ее надо видео-то конвертировать в удобную для Final Cut форму. Вон программа Final Cut. Эта же камера, она снимает в формате в таком, что сразу можно запускать видео. Фотик этот также снимает в таком формате, более таком продвинутом, что она сразу заливается. Кстати, используется, смотрите, какая карточка используется для фотика. Вот такая вот карточка, профессиональная. А для этой камеры используется, видите, сюда. Такая маленькая карточка. Микро или мини. А емкость такая же, 64 гигабота. На экранчике сразу же показывается, ну, помимо изображения, показывается, в чем пишет HD. Частота кадров 50. Далее угол охвата, средний угол охвата. Значит, дрожание рук. Стабилизация включена, вот дрожание рук. Далее. Часы. Потом и два значка, вот они в уголку маленькие. Вот эти два значка в уголку маленькие. Это батарея в камере, емкость, и батарея вот в этой штуке. Насколько ее хватает. Ждем, пока все это сбросится. Что-то мне уже есть захотелось. Ну, посмотрим. Та-да-да, это райда, та-да-дам, да. Рам-ду-дам, да, райда, та-да-дам. Да, и время записи вот бегит. 6 минут я уже тут с вами проговорил. Это хорошо, 6 минут, 18 секунд. Запись видео идет. Вот в этом уголку
показывается, в каком режиме работает эта видеокамера. В режиме записи видео, в режиме там-то таймлапса, в режиме фото и прочие режимы. Ну что, на этом. Сейчас мы посмотрим, что тут у нас. Еще один файл не сбросился, еще тут не сбросилось. То есть можете посмотреть, что там происходит. Видите, вот это вот там сбрасывается, вон ползет линия. А здесь вот она, линия ползет, идет сброс информации с карточек на компьютер. А потом вырубим программу и начнем все это дело точить. И как в этом, в тосте, есть желание приобрести новый компьютер, более мощный, чтобы быстрее делать видео. Но нет денег. Есть возможность приобрести видеокамеру, какую-нибудь экшен, но понимаешь, что она не нужна. Хорошая картиночка получается, вот смотрю, хорошая. Особенно со светом, кстати, я сейчас тут только вот этот вот свет, больше никакого нету. Ну, как видно, этого вполне достаточно. А до этого я писал, ставил свет, и запись шла с марка Canon Mark 5-3, и вот эта видеокамера. И со светом должна быть картиночка еще лучше. А время тем временем уже 9 минут записи. Я думаю, на этом пора заканчивать. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!